то хочется от себя сказать то, что я вам завидую. Когда я учился в музыкальной школе, у меня не было возможности играть на таком чудесном инструменте, да, в таком замечательном зале. Это просто чудесно, что уже с самых молодых лет вы можете играть на инструменте самого высшего просто класса, самой высшей пробы, и учиться у таких замечательных профессионалов вообще в таком вот месте, где чувствуется любовь к музыке. Поэтому я всех вас поздравляю, это было чрезвычайно успешно, я ни капли не пожалел, что я согласился сюда прийти, получил удовольствие, и надеюсь, что удовольствие еще продолжится в лицейской группе. Поэтому я вас поздравляю, ну и мы так это время вам. Я поздравляю детей, я поздравляю педагогов. Каждое выступление вложено огромный труд, мастерство. И я достаточно долго сижу на всяких конкурсах. И ваш внутренний конкурс. Считайте, что это конкурс такого хорошего уровня. Поэтому спасибо вам большое за доставленное удовольствие. Успехов вам. Младшая группа. Грамотами за участие награждаются Логинова Софья и Стахнева Летиция. Можно наградить преподавателя Казачанска Анну Кирилловну.